Не дай бог. Лучше на пулю нарваться. Вытяну. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушек не слететь. А то все коту под хвост. Так, что-то у меня еще съедобного осталось. Или перепиться пока. Вытяну. Зубами удержусь, а вытяну. Главное, с катушек не слететь. А то все коту под хвост. А интересное кино получается. Контракт на 2 года, так? Выслуга премиальная, то все. Только не помню я никого, кто эти 2 года до упора... Ёп. Неужто вляпался? Контракт этот, сволочь, задрал уже. Пашешь, как молодой, с последнего призыва. Ничего. Я им так просто не дамся. Где опять эти жиртрестые слабые? Куда мы денемся? Чем пожаловали в мою скромную лабораторию? Лишь бы автомат не клинил, да патронов хватило. А так прорвемся. Навернуть бы сейчас гречки с тушенкой. Да, это я бы на раз. Лучше б я тот труп не видел. Как его тварь разделала? Что в зоне творится? Рассказать бы кому. Так не положено. Мужики, музыкальная пауза типа. И когда ж нас отсюда заберут-то? Так, что-то у меня еще съедобного осталось. Или перепиться пока. А интересное кино получается. Контракт на 2 года, так? Выслуга премиальная, то все. Только не помню я никого, кто эти 2 года до упора... Ёп. Неужто вляпался?
Съест бы шашлычок, да зеленью, да под хорошее вино. Так, что там у меня еще съедобного осталось? Или перебиться пока? Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. Недавно смотрю, вмятина в земле характерная. Ну, на трамплин похоже. Молодца! Взял. Камушек как камушек. И вот тут-то, значит, и сработало. Но меня откинуло метров на 5. Чего тебе? Я, конечно, камешек трогал. Падла заработала. Еще пока летел, видел, как камни в куле разодрало. Стукнулся, отключился. Но камень я этот с тех пор с собой тягаю. Вот так. Везет же некоторым. Я бросаю болт и охреневаю. Болт, блин, нафиг пролетает и хоть бы хны. Но думаю, глюк перепил спиртяги, пока по зоне шастал. Так и визуально все понимаешь, ну все как трамплин. И тебе грунт светлее, на кромке приплюснут. Ветерком оттуда тянет, листики летают по спирали. Так, значит, присел, взял камушек с земли и кинул его навесиком. Ну, думаю, ща рванет. Так нет. Камушек спокойно упал на грунт, как будто там нет никакой аномалии. Упал и все тут. Ну и я в раз вспотел. Чуйка подсказывает, что это особняк. На корточках тихонько подползаю. Подкидываю камушки. Подполз, не поверите, вплотную. Взмок, как мышь в комбезе. Камушки, которые покидывал, лежат аккурат в пляши. Но моя сталкерская нутро говорит, сваливать надо. А я нет. Особняк. Надо разобраться. Это точно. Значит, волынку на колени поклал. И усраться, блин. Тяну руку в трамплин к одному из камушков. Прикиньте, а? А дальше-то что? Эх, миска бы копченого сейчас. Достало. Как меня все достало. Лучше бы я тот труп не видел. Как его тварь разделала? Что в зоне творится? Надо сказать, что... Смотри, эти одни чего стоят. Прорвемся. Куда мы денемся? Хрен этим тварям, а не наши шкуры. Лишь бы автомат не клинил. Да патронов хватило. А так прорвемся.
если любая скотина будет в моих вещах копаться. Я так чувствую, с пяток килограммов я уже тут того. И когда же нас отсюда заберут-то? Ломятся, а изнутри твари эти одни чего стоят. Скукотища зеленая. Какое тут все одинаково хреновое. Как меня все достало. Дичи нормальной в этой долбанной зоне нет ни хрена. Погано. Погано. Нет, начальство виднее. А все же хочется иногда узнать. Привет, Сталкер!
это, что ни говори, не за хабаром полез в шар. С возвращением.